датами следить или же по числам жить. Календарь, подарок, праздник мы хотим вам подарить. Каждый день он пригодится и мечтам позволит сбыться, чтобы были в радости, были верхними они. Часы бегут, минуты тают, время быстро пролетает. Какой день сейчас идет? Календарь ответ дает. Открываем календарь, начинается январь. Встречаем зимушка, зима. Глубокий снега, дает взгляд на лукину, метет и кружится круга. Вы узнаете зиму, весну лежите по льдом, застыли не дыши. Вы узнаете зиму, принесем мы ель пустую на праздник наш любимый. Повесим лусти мы на ней. Вы узнаете зиму? Спасибо. Ну, знаете, декабрь такой месяц, вроде как и радостный, в то же время немножко напряженный. У нас календарь детский, работы были детские, а дети подвержены простудным заболеваниям. И вот,